как автоматически управлять температурой отопления на удаленном объекте. Что это значит? То есть, если у вас есть в доме отопление, от этого же котла еще завязана система отопления какой-либо бани или гаража, и вы хотите автоматически в нем поддерживать отопление, то выход из положения в этом отношении есть. Конечно, очень много различных систем автоматического управления, но я разберу с вами непосредственно самые простые. Немножко захвачу и продвинутый вариант, но постараюсь вам объяснить простые вещи и более-менее дешевые, для того, чтобы не било вам по карману. Итак, давайте посмотрим саму суть вопроса, суть проблемы, и разберемся, как все это сделать. Итак, я взял за основу один из вопросов моих подписчиков, моих читателей моего блога. У него была вот такая ситуация. То есть, у него есть дом, в доме установлен котел и, естественно, со своей системой отопления. А рядом с домом на каком-то определенном расстоянии, пускай это будет там 3 или 4 метра, у него установлен гараж. В гараже он сделал тоже систему отопления, сами трубопроводы провел под землей на глубину промерзания и проложил еще многожильный кабель на всякий случай, чтобы управлять температурой. И задача заключается в том, что, как пишет мой подписчик, значит, он хочет отапливать гараж, но невысокой температуры, порядка, например, 5 градусов по Цельсию, чтобы там поддерживалась температура, так как высокие температуры очень сильно влияют на коррозию автомобиля. Но в любой момент, когда это необходимо для ремонта автомашины или еще что-то, чтобы ее можно было поднять до комфортной температуры и уже заниматься ремонтом автомобиля. Итак, задача у нас поставлена, каким же образом это можно сделать. Вообще, для того, чтобы реализовать такой проект, нам необходимо, чтобы замерялась температура в гараже и подавался теплоноситель уже в зависимости от изменения температуры в гараже. То есть, либо больше, либо меньше. Самый простой пример – это ставить терморегулятор в гараже, который будет контролировать за температурой, и уже с помощью проводов поставить либо на подаче, либо на обратке, на обратном трубопроводе, электромагнитный вентиль. Весь смысл работы уже получается, что, замеряя температуру в гараже, подается сигнал управления на электроклапан, и он либо закрывает, либо открывает подачу теплоносителя уже в гараж. Таким образом, гараж начинает отапливаться, а уж регулировать больше-меньше температуры, это приходится с помощью терморегулятора, который будет располагаться в гараже. Вот мы возьмем вот за основу вот такой вот принцип управления, и давайте рассмотрим некоторое оборудование, с помощью которого можно реализовать данный проект. Итак, самый первый вариант и самый дешевый из реализуемых, это мы берем терморегулятор механический, вот таким вот образом он выглядит, сам регулятор, и обзовем его как датчик температуры, либо прибор, который будет у нас контролировать саму температуру. Вообще, суть проекта в том, что нам необходим датчик температуры, либо терморегулятор, и исполнительный механизм, который будет уже управлять самим теплоносителем. И за основу берем терморегулятор, он механический, выставляется температура, которая необходима в помещении, и по достижении той или иной температуры у него замыкаются контакты и включается электромагнитный клапан. Терморегулятор при достижении температуры своими контактами замыкает или размыкает цепь, и сигнал напряжения подается вот на эту катушку электромагнитного клапана. Что это такое? Это своего рода вентиль. Как видите, есть присоединительные размеры, то есть он вкручивается в трубопровод. Здесь можно выбрать, опять же, два варианта, либо на подачу, либо на обратку вы устанавливаете. И при подаче напряжения вот на эту катушку, он внутри либо открывает, либо закрывает проход уже теплоносителя. Вот такой вот самый простой способ, то есть сам терморегулятор механически может стоить порядка 600-700 рублей, и электромагнитный клапан, в зависимости от того, в каком регионе, он стоит где-то
от 1500 до 3000, и в зависимости от диаметров. Давайте рассмотрим, чем все-таки эта система недостаточно хороша, то есть разберемся с недостатками. Во-первых, это то, что терморегулятор приходится устанавливать в самом гараже. Возьмем за основу этот проект. И каждый раз, если вы хотите повысить температуру в гараже, вам приходится идти в гараж, крутить рукоятку для того, чтобы температура повысилась. Второй недостаток то, что электроклапан работает только либо закрыл, либо открыл. Все. И если вы часто меняете температуру в гараже, он будет у вас постоянно открываться и закрываться. Третий недостаток – это то, что после закрытия система отопления стоит заперта. То есть движение теплоносителя в системе уже не происходит. Чем это чревато? То есть когда застойная вода в системе, если будут слабые места в системе отопления, то есть прохождение через фундамент, где она может замерзнуть, есть вероятность того, что там замерзнет сам теплоноситель. То есть, если у вас залита вода и где-то есть слабое место, то вполне возможно, что у вас может это произойти. Кроме механического терморегулятора существуют еще в продаже и электронные терморегуляторы с различными возможностями по функциям. Есть возможность установить терморегулятор электронный, где еще имеется таймер по времени на день, на неделю, на год. Чем это хорошо? То, что вы можете в меню терморегулятора электронного выставить те температуры, и причем еще по дням недели, на всю неделю, либо на месяц, и он уже автоматически вам будет поддерживать ту температуру на каждый день, какую вы зададите. Это вот еще одна особенность и один плюс того, что с простым решением можно расширить функцию той задачи, которую вам необходимо решить. Второй вариант, как реализовать наш проект по автоматическому регулированию температуры, это можно сделать с термоголовкой, либо вентиль с термоголовкой с выносным датчиком. Здесь нам придется уже немножко по-другому все это монтировать. То есть мы устанавливаем термовентиль на подачу, где-то вот в этом месте, желательно располагать его в доме. И выносной датчик, который будет с ним, крепим уже непосредственно на трубу подачи, либо на трубу обратки. Таким образом, сам датчик выносной от термоголовки будет контролировать, в данном случае, если на обратке установить, температуру возвращающегося теплоносителя, и будет приоткрывать, либо призакрывать уже подающую трубу. Движение теплоносителя будет меньше по системе отопления, которая располагается в гараже. Давайте посмотрим, что для этого надо, какое оборудование для этого нам понадобится. Итак, нам понадобится термовентиль термоголовкой. Вот таким вот образом выглядит, то есть вот сам термовентиль. Они продаются либо отдельно, либо вместе вот с термоголовкой. Ну, такая термоголовка нам не подойдет, которая прикручивается именно на термовентиль. Почему? Потому что она работает, она захватывает воздух вот этими своими ребрениями уже за счет внутри расположенного газа сильфона, так называемого, открывает либо закрывает термовентиль. Нам понадобится головка с выносным датчиком. На следующей фотографии я вам покажу, что она из себя представляет. А смысл такой, то есть мы вот этот термовентиль вкручиваем в подающий трубопровод. Как видите, есть присоединительные размеры на резьбе. На подачу мы вкручиваем в трубопровод, устанавливаем термоголовку с выносным датчиком, и выносной датчик уже крепим либо на подачу, либо на обратку. Есть вот такой вот вариант термоголовки с выносным датчиком, как вы видите, вот точно такая же термоголовка, которая крепится на сам вентиль. За счет капиллярной трубки вот это вот кольцо можно растягивать, и вот этот вот выносной датчик уже крепим непосредственно на тот трубопровод, который мы хотим контролировать температуру. Опять же, немножко захвачу смысл вот этого выносного датчика, то есть если вы ставите вот этот датчик на обратку, крепите, он контролирует температуру обратки, по этой капиллярной трубочке передает сигнал вот на эту термоголовку, и термоголовка уже открывает либо закрывает сам вентиль, таким образом сужая или увеличивая проход теплоносителя в ту систему отопления, которую вы хотите контролировать.
Есть вот еще вот такие системы, то есть это уже по большому счету готовый терморегулятор и от него капиллярная трубка, которая крепится уже непосредственно на термовентиль. Ну, этот вариант не совсем вам подойдет. Почему? Потому что вот этот сам прибор, он будет мерить уже наружную температуру помещения. Он подойдет в том случае, если вы, например, вместо терморегулятора, который был в первом варианте, установите вот этот прибор в самом помещении, в гараже, и уже в гараже подсоедините термовентиль. Установите на трубопровод, вот в этом варианте он будет у вас работать, контролировать саму температуру в помещении. Ну и существует вот такой вот еще вариант, как мы видим, так называемый датчик давления, вот этот баллончик, который с помощью вот такой вот алюминиевой постельки, сюда укладывается вот этот вот баллончик, и хомутами уже крепится непосредственно к трубопроводу. Для чего? Так как у алюминия теплопроводность хорошая, он будет принимать ту температуру, и уже будут малые погрешности для того, чтобы контролировать температуру. То есть, как обычно, большой недостаток у всех этих термоголовок, термостатических клапанов и терморегуляторов, то, что у них большая инерционность. То есть, погрешности по температуре может плюс-минус 5 градусов составлять. Поэтому вот такие вот вещи и предназначаются, для, чтобы компенсировать вот эту всю инерционность теплоносителя. Ну и давайте поговорим о недостатках этой системы. Сами понимаете, что в этом случае вам тоже придется каждый раз крутить саму термоголовку для того, чтобы вам выставить температуру. То есть, если, например, вы хотите, чтобы с понедельника по пятницу было там плюс 5 градусов, или вы надумали ремонтировать машину, вам необходимо поднять температуру, вам придется подходить к этой термоголовке, накручивать повыше температуру и ждать, пока там нагреется эта температура в том необходимом помещении, в данном случае это в гараже. Я считаю, что эти способы все полуавтоматические, вот, и вот такие вот недостатки в нем есть.